Всем доброго дня и доброго здравия. Всем любви, здоровья, богатства, всем русам, ведущим русам, каждому человеку. Чтобы каждый в этой жизни познал себя, свое предназначение, суть свою природную и был счастлив, жил так, как он сам этого захочет. И сейчас, сегодня я дарю родовое вещее послание, в котором заложена сакральная суть, сакральный смысл. И каждый человек, читающий, слушающий его, будет исцеляться. И послание это сегодняшнее посвящено всем тем, кому оно близко по душе, близко к душе, к его духу, к его семье, к его роду. И, конечно же, самое главное, оно посвящено моему нашему учителю, духовному учителю, духовному наставнику Олегу Вещему Ведрусу, Олегу Геннадьевичу Панькову. И принято в честь его дня рождения, к 9 августа и данного года, данного лета 2022. Наш дорогой, любимый человек, учитель наш, с тобой знакомы будто век. Ты всем пример с богатым опытом, нравом. С большой же буквы ты мужчина, настоящий человек. Характер твой в обиду никого не даст. Чья совесть, чей с достоинством живет. Он крепок и глубокий вдох на помощь наших предков призовет. О чем мечтаешь ты? Воплощение тебе желаем, чтобы любовь всегда с тобой жила, чтобы любимым был и сам любил, и жил в здоровье, душа была всегда юна и молода. И тело здраво, чтоб всегда звучало в нем сердце юным, молодым. Молодцом, чтобы жил всегда по совести и чести, и в счастье, будто бы совсем юнцом. Твоя харизма велика, кому б еще ее осилить. Таких, как ты, на свете больше нет. И кто бы ни пророчил тебе злобой, завистью и лестью, твой выбор за тобой, как скажешь, так и будет, так и есть. Тебя мы любим, уважаем. Тебе желаем жизни долгой много-много лет. Чтобы ты жил, как сам же ты желаешь и о чем мечтаешь. Чтобы всегда ты находил на свой вопрос весь полностью ответ. В тебе великий разум всей вселенной. Природа-матушка всегда с тобой живет. Где бы ты ни был, род с тобою вместе. И пред тобой другим держать ответ. О чем мечтаешь? Родина, земля родная. Свои поместья, отчина своя, свой дом в любви. Там, где твоя душа спокойна и на месте, все воплотится громко, скоро, как колокольный нежный перезвон. Любимая семья и дети, внуки, все близкие, родные, по душе, все вместе. Где захочешь, чтобы были, там воплотилось место, то уже. Тебе в нем посадить любимую вишню. Кто вдохновляет и вдохновляла, может быть. И где бы ни была она, а вишне песня. С тобой будет рай по всей земле растить. Тебе желаем, чтобы место было. Тебе всегда, куда бы ни пришел,
тебе земля еще родила. Из глины твой волшебный малышок-горшок. Что скажешь, он заварит в своем чреве быстро. И на земле то быстро всю секунду воплотит. В него ты бросишь малую монету, а он тебя всего озолотит. То место, что мечтаешь, где живет любовь, не одиноким, а будь всегда с родными по душе. Тебя родные не оставят, им дорог ты и к ним привык уже. А если ты захочешь быть совсем один в том месте, ну так побудь. О чем желаешь, помечтай. И снова твой горшок тебе заварит и воплотит, что хочешь при тебе сейчас. Тебе желаем наш учитель и отец-наставник, чтоб здравствовал в любви всегда, чтоб жил здорово и богато, чтобы достаток в доме был всегда. Горшочек дарим мы тебе с любовью. Он будет для тебя всегда варить, что скажешь и чего твоя душа захочет. Чтобы сильнее еще хотел любить и жить. Как хочешь ты жить здорово, богато, чтобы природа, дом, земля, чтобы свое. Так будет так, и воплощение час настанет. То место выбери, представь себя, ты в нем. И главное, чтобы ты всегда, чтобы всегда ты был счастливым. Ты будь им и всегда в любви живи. Чтоб день твой каждый радовал тебя отныне. Здоровья, в радости, в гармонии, в богатстве, достатке, счастье и в любви. Ура, ура, ура! Поздравляем тебя, Олег Вещи Ведрус, Олег Геннадьевич Паньков, мой наш учитель, наставник, духовный отец, чтобы каждый день твой был как счастливым, радостным, как день рождения, как ты себе его сам представляешь, чтобы мечта твоя, благая тебе, твоему роду, твоим близким, семье, родным, воплощалась на этой земле. Ведь мысль твоя сильна, так воплощай, сын, рода и природа, свои мечты в любви. Здравствуй, будь всегда здравым, богатым, честным, совестью, добрым душой, богатым душой, сильным, крепким духом. И всегда, чтобы с тобой был, есть и будет твой род крепкий, любимый природой, Вселенным, космосом. И ты, конечно же, их любимый сын, дитя Вселенной, рода, природы, космоса, божественных начал женского и мужского. Всегда будь счастлив. И твоей семье, твоему роду близким тоже счастья, любви, богатства, процветания, здоровья, всех-всех благ, что есть в этой вселенной нашей земле, нашей родине земле, нашей природе. Всем вам, тебе и нам. Родовые вещи, послание-то принято от вселенной, рода, природы, всеисцеляющие, всеохватывающие любовью. Через меня и от меня, от моей нашей семьи рода, Екатерины Константиновны Чудиновских. И принято оно 14 августа 2022 года, 7530 лета от сотворения мира в Звездном храме, по русскому ведическому православному, православному лета, исчислению божественному, природному, вселенскому, космическому, 13 часов 41 минуту по московскому времени. И сейчас я нахожусь, мы находимся с Олегом Геннадьевичем, не побоимся этого слова, в святом
вместе нашей Родины, нашей божественной Вселенной, Белой Руси, которая еще сохранила не только в духе своем и душе, но и в назначении, предназначении, и в слове своем понятии это слово сакральное, настоящее, изначальное Русь, белая, чистая Русь. Сейчас называется, имеет название Республика Беларусь. Это место, почему оно святое? Не святое, но святое, озаренное и одаренное светом, любовью. Да потому что это природное место. И потому что здесь живет человек, семья, род и роды тех, кто не просто сохраняет природу и любовь в своих родах, но и возрождает, облагораживает собой своей честностью, своей совестью, своей правдой, справедливостью, гармонией, любовью мужского и женского начала. Своим трудом, своими руками сажают деревья, леса, растительность разную, тем самым облагораживая место своего пребывания на земле, на своем кусочке Родины. И каждое растение, которое и посажено ими, и которое рядышком с ними, как минимум 144 километров от них, оно все дарит им тепло для здоровья духа, души, тела, трава сорванная, и даже та, которой прикасаешься и ходишь по траве этой, по росею, всегда она исцеляет и дает добро, дарит связь со Вселенной тех, даже кто, быть может, считает, что потерял ее. Стоит только задать вопрос в таком природном месте, где посадил свой сад, где родился, где родина его, где жили предки, тот ответ придет, и связь родовая, и со Вселенной, с божественным началом мужским и женским, она возобновится. И каждый человек сможет отвечать в таком месте на свои вопросы. А когда эта связь укрепится знанием, прежде всего верой в себя, в свои силы, в свой дух и душу, то такой человек станет творцом своей жизни, и уже не место будет красить человека, а человек место. И где бы ни был, он сможет отвечать на свои вопросы. И прежде всего начать себя с ответственности, взявши на себя, за свою жизнь, за свою семью, за свой род, за тем, что он может дать своей семье, своему роду, не просто взять, а что же мне может род дать? Многие задают вопрос. Вначале нужно, может быть, передать, что-то подарить своему роду, хотя бы начать с себя и со своего здоровья, бросить пить, курить, наркотики употреблять, кто употребляет. Я говорю о тех, кого это касается. А их таких многих. Употреблять спиртные напитки, различные психотропные вещества, те же самые мухоморы. Мухоморы, они лечебные для тех, кто живет в лесу. Каждое растение, оно приспособлено для того, чтобы излучать добро и для того, чтобы дарить исцеление. Но это животное чувствует, и те животные подходят, кому это необходимо, к тем же самым поганкам, может быть, к мухоморам. И если кто использует в каких-то народной медицине это, то они знают, как это делать. И явно не для того, чтобы возобновить свою связь со Вселенной, с родом, а для того, чтобы в каких-то микро составе, дозах употреблять это внешне. Как бабушки, да, они используют эти мухоморы, делают настойки и натираются ими, они не употребляют это внутрь. А если его употребляют, то это явно вы не услышите в интернете, вам это не расскажут по телевидению, вы можете только этот рецепт для выведения ядов из своего организма только услышать из уст напрямую, лично,
нагрянув в какую-то глубинку, если вас примут, вы называете их староверы. Но никогда в данный момент, да, в современном мире, на данный момент, вы эти рецепты не услышите. Говорю сейчас конкретно о мухоморах, потому что идут вопросы, я сейчас отвечаю. А то, что выкидывается в массы, это все для отвлечения внимания. Для отвлечения внимания и дальше манипулирования вами. Неважно как, наркотой, спиртными или мухоморами. Это все для того, чтобы вас увести от главного, от живого, от родного, от рода своего семьи. Ведь у вас изначально все это есть. Просто вас об этом может быть где-то утеряно, но все вы можете возобновить. Возобновляя свое здоровье, свои отношения гармоничные с любимым, любимой в своей семье, своими родителями, близкими. Найдя свое местечко, сотворя свое местечко на своей земле родной, где вы считаете своя родная земля. Ну и, конечно, где вы родились, это пуп земли, ваше место силы. Поэтому благодарим тех, кто принял нас на своей родной земле. И мы считаем это место родной землей тоже. Так как где бы ни мы ни были, это наше родное место. По крайней мере, так чувствую себя я. Куда бы я ни приехала, это частичка меня, частичка моя родина. Это моя родина. Где бы я ни была. В Москве, в Кирове, в России, Белоруссии, Австралии, Канаде, Швейцарии, да хоть в Нью-Йорке, в Америке, где бы ни была, везде частичка моей родины, везде моя родина. Благодарим тех, кто принял нас здесь в гостях, этим святым людям, потому что в них есть душа чистая, добрая, светлая, потому что в ней есть любовь, гармония мужского и женского начала. Благодарим. Вот он едет, наш родной человек, на своем тракторе. Видите, как говорят, дорога ложка к обеду. Вот он на тракторе, вот это его. Здесь несколько гектаров земли, вот личное подсобное хозяйство. Это все его земли. Домик не надо. Это все вот это его поля, пруд свой. Видите, это все вот поля. И вот Екатерина Константиновна. С любовью. От нас, наших семей, родов, всех человеков настоящих, коих есть чувство собственного достоинства, честности, правды, справедливости, любовь, гармония мужского и женского начала. В триединстве духа, души, тела и мерилом является деяние своих сил. Такой у нас длинный получился фильм. Видите, как хорошо. Но заодно ответил на пару вопросов. И вот как раз тот род, у которого мы остановились, кто нас принял на своей родной земле, его семья, род, он здесь родился, здесь его родители, деды, прадеды жили. Здесь у него еще семья, дети, внуки, правнуки будут жить. Вот он сейчас проехал. Благодарим всех за внимание. Благодарю Екатерину Константиновну Чудиновских, одна из лучших Олега Геннадьевича учениц, за послание, которое она нам, нашей семье и роду, благодарим. Ура! 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 Мы вещи русы, мы ведрусы. Желаем вам, каждому, несколько гектаров земли для обустройства жизни, семьи, рода и денежных финансовых средств, минимум 180 миллионов рублей для обустройства качества жизни здесь и сейчас. Наше дело правое. Мы ведущие русы, мы вещи русы, мы ведрусы. Наше дело правое, победа будет за нами. Мы вас всех любим и уважаем. Ура, ура, ура всем вам и нам.